этот самый. Переверни его. Ребята, всем привет! Мы находимся... А где мы находимся? Google, где я? Okay, мы пытаемся Google, выяснить, куда бы нам пойти, чтобы поесть. В общем, здесь замечательное место. Есть очень красивый висячий мост. В общем, мы приехали сюда всей семьей, чтобы его посмотреть. Вот. Но для начала нам нужно перекусить. Мы в Мёсдорфе. Мёсдорф – это земля Райн-эн-Пфальц. В общем, мы подкрепились, это был тайский ресторан, и сейчас уже идем в сторону висячего моста. Здесь потрясающе красиво. Да подождите, я вам сейчас все покажу. По пути уже пройдено, мост шатается все сильнее и сильнее, но... Такое, знаете, приятное удовольствие доставляет. Там где-то внизу кто-то выложил большими кусками дерева «Я люблю тебя» из сердца. Это счастливое лицо. Это не счастливое. Ganz stabil. Ja. Die wackeln aber alle. Ich habe einen Hund dabei. Все, мост остался позади. Мы по нему больше не пойдем. Вот должны теперь идти через лес. Ну и то хорошо. 6 километров дороги, по-моему, отлично. Мы не одни. Потому что там с одной стороны овраг. Ты же меня пихаешь. Меня скинуть пытаешься или поддержать? Да, видимо, лежал снег, а потом все растаяло, и здесь очень грязно. Та самая картинка, которую я фотографировала с моста. Сали! Один мост. Немного более современная модель. Еще один мост. Ребята, мы идем уже 2 часа. 2 часа. И это почти все время в гору. И мы устали, а дети голодны, и им страшно. Вон оно, то дерево лежит опасное на нашем пути. И тут везде ужасно грязно и скользко. Это становится вообще интересным. Мост за мостом. Опасные ситуации. Темнеет, а мы до сих пор не выбрались из леса. Мы уже давно не видели никаких щитов, которые бы обозначали дорогу и время, сколько нам еще добираться. Вот если вы видите, уже довольно-таки темно. Мы в самой чаще лесной. Мы это сделали. Дети хотят мороженого, а я хочу домой. Мы пришли теперь в цивилизацию. В общем, нам осталось совсем немножко дойти до машины, и мы отправляемся домой. На этом я прощаюсь с вами.
Надеюсь, вам тоже было весело и интересно так же, как и нам. Все, пока. Как бы тебе ветром бы пошевелить. Скажи, что ты разбила? Голову мне. Так, ты понесешь меня, а я понесу все, что ты на себя навесил. Что ты хочешь? А мы здорово вышли вовремя из леса. Уже так темно. Палец где? Не знаю. Не двигаться, сзади меня просто стоять. Стою.